Национальная экспедиционная компания бьет тревогу. Ее представители считают, что развернутое депутатами Верховного Совета и поддержанное частными СМИ информационное наступление на НЭК наносит большой вред репутации фирмы. Более того, в компании опасаются, что беспрецедентное давление может быть связано с возможными рейдерскими действиями. Чем занимается НЭК и почему к нему такое пристальное внимание, расскажем далее. С 2006 года из-за введенных Молдовой ограничений Приднестровская железная дорога не может самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Чтобы железная дорога работала, а не ржавела, еще 10 лет назад прибегли к помощи фирм-посредников. Они заключали договоры на транзит грузов через Приднестровье с зарубежными компаниями и Приднестровской железной дорогой. С 2012 года такие посреднические услуги стала оказывать Национальная экспедиционная компания. Основная обязанность – как можно больше разрекламировать железную дорогу, заключить наибольшее количество договоров. Вторая задача, которая стоит, это обеспечить бесперебойную возможность функционирования нашей железнодорожной системы, которая позволит в нормальном, упорядоченном режиме давать возможность иностранным экономическим агентам в цивилизованном порядке через территорию Украины, Молдовы и Приднестровья доставлять свои грузы в пункт назначения. Более 90% клиентов НЭКа – это зарубежные компании из Молдовы, Украины, Белоруссии и России. Национальная экспедиционная компания помогла Приднестровской железной дороге получить заказы на транзит грузов через территорию республики. Это взаимовыгодное сотрудничество, говорят в компании. Мы за 4,5 года дали нашей республике заработать сумму 182 миллиона, это предприятие, плюс сумму перечисленных налогов. Одна только железная дорога заплатила сумму, превышающую 15 миллионов рублей. Мы сумму около 5 миллионов рублей. Так давайте посчитаем. То есть, по сути, прибыль для нашей или доход нашей республики за этот весь период времени вместе с налоговыми платежами составил сумму около 200 миллионов рублей. Что же мы сделали плохого для страны? Валерий Барышников рассказывает, за время существования НЭК два раза проверяла налоговая инспекция. Нарушений найдено не было. Обвинения в неуплате налогов, прозвучавшие в Верховном Совете, являются несостоятельными, уверены в компании, и даже обратились в суд с иском о защите деловой репутации. Широкомасштабное давление представители фирмы связывают не только с политическими и экономическими причинами. У нас вызывает обоснованную озабоченность то, что все данные действия – это подготовка к рейдерскому захвату нашего бизнеса. Мы склонны предполагать, что задача стоит именно такова. Мы никого не обвиняем, но все же мы не безосновательно предполагаем, что на сегодняшний день нас либо выдавливают с рынка, либо наш бизнес просто хотят захватить. Поэтому мы вынуждены придать огласке данные обстоятельства. Мы работаем в рамках такой же абсолютно легальной системы экономических отношений, которую используют довольно большое, если не подавляющее количество коммерческих фирм, работающих на территории ПМР. Мы ничем не отличаемся от компаний, которые входят в структуру холдинга «Шериф», либо еще в какие-либо компании. Точно по такой же системе мы и работаем. В Национальной экспедиционной компании говорят, внутрипреднестровское противостояние не проходит бесследно. Иностранные компании уже выражают свое беспокойство происходящим. Если давление на НЭК продолжится, клиенты могут уйти к зарубежным конкурентам, которые платить налоги в приднестровский бюджет явно не намерены. Андрей Малеван и Александр Чебан, Первый Приднестровский телеканал.